Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Finally, the bass music is the trend. Yeah! Bassland Show by DJ Prophet. Every Wednesday on DFM. All the massive, we are listening to Ethiopia. Оп! Рад всех приветствовать! Сегодня у меня вертикальная трансляция, поэтому изображение без искажений, звук по-прежнему качественный. В общем-то, без баскетболистов, да. Я связывался с ВК, есть связи. В общем, есть некий баг, который они сейчас устраняют, для того, чтобы можно было трансляцию делать горизонтально, и она оставалась такой. Не вот искажалось в вертикалку. В общем-то, вскоре, я думаю, это все поправят и будем по-прежнему горизонталить. Пока вертикалка. Итак, как я говорил в прошлом эфире, следующие два эфира, включая этот, буду играть я. И у меня такое настроение, решил поиграть старенькие треки, чтобы не забывали классику драм-н-бейса, олдскула, Intelligent Drum'n'Bass, Liquid Funk. Всего понемногу, сегодня будет разное звучание, разные настроения, поэтому будет эфир интересный. Ну и, как говорится, проверим, в общем-то, вас на знание музыкального материала. Такой урок некий урок истории, да, от меня. А, в общем-то, без шазамов, без каких-либо подсказок, пишите треки, названия их, артистов, конечно же. В основном все это самое-самое известное, по большому счету. Ну, будут, конечно же, исключения, но в любом случае. Я думаю, многие вы знаете. Да, конечно, уже вот пришел ответ. Пеши, Пьяно Тюн, Good Looking Records, конечно же. Владельцем которого являлся LTG Booking. Сейчас лейбл, насколько я знаю, не функционирует. В общем-то, я вам желаю хорошего настроения, прослушивания, просмотра также. Делайте громче, лайки, репосты, мне будет приятно. Yeah!
Прекрасная композиция с офигенными вот этими такими впадинами, ямами их называют. Диджей Риду. Rise and Shine. Это ремикс. А лейбл не помню. Ну и бог с ним. Вот сейчас будет самая главная тема. We'll be right back.
Прекрасная композиция, это Дог Скотт, старичок, один из отцов джангл и драм-н-бейс направления. Трек под названием It's Yours, это Metalheads Records, Goldie. Очень-очень красивая, драйвовая, мощная композиция. 95-й год. Классика. Original Noun. Это NDC, Ant Miles и Shimon. А, NDC и Ant Miles, да. Valley of the Shadows, Dirty One Records. Рэм Records. А трек называется, ну да, в простонародье Dirty One, Valley of the Shadows, да.
Так, ну кто узнает вот эту красоту очередную? Это Moving Shadow, подсказка. Together.
Yes. Ну не есть. Abandon Me в ремиксе Urban Shakedown. Это Aphrodite и Mickey Finn. Дуэт. Очень много ремиксов они переделали. Тоже являются отцами и родоначальниками Jungle Old School. И вот такого Jump Up, в частности Aphrodite. Конечно же, Aphrodite, Mickey Finn, классика, Urban Тайкова, Бэвис. Плохая попа.
DJ Hype, тоже классика, Only One Life, в ремиксе True Players, Паскаль Зинк и DJ Hype, True Players. Классика, Dope Skills, он же DJ Zink, Six Million Ways to Die, True Players, владельцем которого является DJ Hype. Ребят, сегодня не ждите от меня какой-то жести, максимального там драйва, каких-то новинок. Только я представляю старенькое, все то, что мы проходили, на чем я рос, не знаю, как вы. В общем-то, должны знать вот такие треки в лицо и на слух, как говорится. Треков, которые причислены к классике олдскула, джангл и драм-н-бейса, очень много. Это просто, я даже не знаю, капельки даже нету. Их очень много, действительно. Но я стараюсь отбирать самое лучшее. Естественно, отбираю так, чтобы они подходили друг под друга, по настроению. В общем-то, сегодня плаваем по старинкам. Следующий эфир тоже, только будет чуть-чуть по драйвове, по даркове. Техстеп ближе туда, да. Середина 90-х и 2000-е. В этом промежутке будем играть. Я буду играть, а вы слушать, да. В общем-то, DJ Profit Baseline Show. Этот эфир, я думаю, попадет в копилочку для того, чтобы вы его включили и просто кайфовали. Стараюсь меньше трепаться. В общем, слушаем.
7654-32 murder one lyric at your door. To die, so I chose. Two murder, one lyric at your door. Metalheads, один из там первых релизов из первой десятки фоток. Трек под названием Rain и его же ремикс. Освежил, так сказать, чуть-чуть, обновил. В общем-то, фоток отличается от всех музыкантов, которые выпускались на Metalheads и вообще в те года. Вот своей детализацией он настолько вот работал над звуком, что вот каждый звучок, каждая тарелочка прям слышится отдельно. Ну и в то время он фанател от таких вот японских каких-то мотивов, звучков. Это прослеживается, его почерк, так сказать. We'll be right back.
Опять-таки Metalheads. Немножко сейчас пройдемся по этому лейблу. Голди, напоминаю. Железная такая морда с черепа. Он этим объяснил тем, то, что почему на логотип является вот таким вот черепом, типа бессмертный. Алекс Рис, Pulp Fiction, тоже один из первых релизов, который попал в десятку. Это 94-й либо 5-й год, да. J. Prophet. Хип-хоп в ремиксе Афродайта. Конечно же, степовый драм-н-бейс джамп-поп. East side, east side, east side, east side, east side, east side, east side.
Skills, он же DJ Zinc, его псевдоним. Псевдоним Zinc, Dope Skills. Pink Panther, True Place. Yeah. Of brown paper, sounds that we bring are of a different nature. Rhythms get greater and the rhythms they get greater. Yes, another rough but tough form for the chaser. New configuration, new riff and new structure, built on the frame that'll hold and won't puncture. Tight, we wrap it up, it's wrapped tightly. It lives, the bass is the heartbeat that it gives. When we apply the brakes, there'll be no skips. Just more elements to continue as we glide. Dimensions and the measurements and the evidence you will find. Change and rearrange it so it's regularly updated. It's from every angle so it's meant the unexpected. Represent the fusion of the mind and stay connected. The star that is presented, the size of the bar that's been indented. Deliberate the star we give you so that means invention. In your direction it's the bearing that we aim to sense it. Instead of waiting for a star, not better reinvent it. And let you get your money's worth before you've even sent it. Make it bigger for the whole nation. Send it out to one to know with no discrimination. Like a safe for 50 knocks, as many combinations. No matter which way that you turn, you reach the same destination. The fullness of the spectrum, 360 keep it circling. Deep inside the flow is where it's working it. Underneath submerging it. Time to make it go deeper. Way past the point that blows holes in your speaker. Under and over, say get over and under. First you get the lightning and then you get the thunder. The sound is the music and the music is the feature. Step to the rhythm made out of brown paper. Sounds that we bring are of a different nature. Rhythms get greater and the rhythms they get greater. Yes, another of a tough form for the chaser. New configuration, new riff and new structure. Belts on the frame that'll hold that won't puncture. Tight, we wrap it up, it's wrapped tightly. Step, 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 step.
конечно же, не мог обойтись без Apollo for 40 и Talking About Dub. Вот этот вот проигрыш гитарный выдернули, коммунизили у Ван Халена. Была такая роковая группа. Эй! This one is a warning. But if you listen to the warning, come now. This is a warning. They hold the cap with some of them and this with madness. If I go like a terrorist, what a thing, you don't hear you blaze up the district. They seal or explain, the people don't send up the defeat. Come on, never give a damn, I'm against some of the profit. Otherwise, they might look reflected the next trick. Why? How would they might lick them muscles so fast and it? Well, they got the badness, I turn yourself in a target, it's a warning. But this one is a warning. This one is a warning. But if you listen to the warning, this one is a warning. But this one is a warning. This one is a warning. But this one is a warning. This is a warning. The total mentality check. Can't be living to captivate them. They pull your interest. I never claim to be the best, but nevertheless. Them can't test consciousness, I'm gonna left them speechless. Ooh, the world in a crisis, a sign of the time. Revelation manifesting, you know, see your mercy blind. Political ideology, I'm gonna get left behind. They can't get rid of what they want, they can hear the bell chime. Tell me warning, but this one is a warning. This one is a warning. But if you listen to the warning, this one is a warning. But this one is a warning. This one is a warning. This one is a warning.
Классика, но я тут очень много ее. Комикс — это дуэт. Сейчас ребята разделились, давно, и в общем-то по отдельности пишут. Комикс, Metalhead, композиция Битру. Ах! Before we go any further, I think it's best just to tell you this, right? AWOL goes to ministry. Raise up the noise inside ministry aside. Woo!
DJ Prophet. Паскаль, Real Vibes. Так называется их альбом, на котором вышла эта композиция предыдущая. Вот я сейчас играю эти треки и вспоминаю, как я покупал эти пластинки, к сожалению, которые сгорели. Практически все, было около 8 тысяч, даже чуть больше, осталось совсем малек. В общем-то, да, это уже моя история. Вспоминаю, как под эти треки тусил в различных клубах, как мы обменивались пластинками, чтобы дать тому или иному коллеге, другу поиграть, чтобы он, так сказать, козырнул в моменте своего выступления. Да, все это было, я это помню. Ну а сейчас я с радостью их играю для вас и ностальгирую.
В 2000 году на True Place Hype выпустил EP-шку Fuck the Millennium. Композиция оттуда, Fabiana Fruit. Ах, Liquid Funk.
АДМФ, гений, Brand New Funk, собственно, она перевернула понимание о Liquid Funk, то есть здесь и такие вот джазовые, очень много всяких ноток, мелодий, партий, и в то же время она такая, ну, не прям сладкая, такая с горчинкой, в общем, очень крутая, серьезная работа. Это V Recordings, 97-8 год, где-то так, точно не помню, в общем, на, в общем-то, Брайану G. И Jumping Jeff Frost, большое спасибо за то, что они выпустили эту красоту. Потрясающая композиция. Еще чуть-чуть, я вас помучу и байки. Очень серьезная работа, еще раз повторюсь и подчеркну это. Вот сейчас вот в данное время плюс-минус. Такое не часто встретишь. Следующая красота вдогонку у Easy Rollers Moving Shadow.
Очень крутой лейбл был. Tough at the Top. Контрабас в студию. Present something to you that we feel strongly about. Oh,
We have seen illusion and reality begin to overlap and fuse. The line between them begins to disappear, begins to disappear, begins to disappear. DJ Prophet. Пожалуй, на этой композиции я сегодня закончу свой двухчасовой эфир. Я, честно говоря, не думал, что буду играть два часа, кайфовать. Надеюсь, вы тоже со мной это делали. Честно говоря, я даже не успел все отыграть, то, что планировал. У меня еще осталось где-то пяток треков, таких вкусняшных. Ладно, не буду травить душу, не буду называть. Я думаю, сыграю их, может быть, в следующем эфире, либо когда-нибудь еще. В общем-то, это Intense. Good looking, Carlos Mind. Для тех, кто не знает, Good Looking Records, который содержал LCJ Bookem, специализировался на джангле и драм-н-бейсе, вот таком вот атмосферном. Это intelligent драм-н-бейс, интеллигентный типа, то есть под него не рубятся, там ничего, стоят, переваливаются с ноги на ногу, качают головой, кайфуют, в общем-то он такой задает. Вайб очень приятный, кайфовый, летний. Конечно же, не обходится без джазовых инструментов, ноток. В общем-то, лейбл, так сказать, олицетворяет счастье, грубо говоря. В общем-то, этот эфир подходит к завершению. Я с вами хочу попрощаться.
Меня зовут Кирилл, диджей Профит. Каждую среду у меня проходят эфиры, стримы из студии DFM на моей страничке ВКонтакте с 23 часов. Следующий эфир буду играть тоже сам, другое немножко, но тоже старенько. Всем спасибо, до встречи, эфир позже выложу. With DJ Profit.